Всем привет! Сегодня готовим праздничный новогодний салат. Рецепт мне прислала моя подписчица Инна. Инночка, большое спасибо, салат отменный. Вот такой красивый, сверху украшается киви, очень вкусный, необычный и салат с говядиной. Итак, для салата мне понадобится 4 киви, их нужно почистить. И теперь нарезаем поперек. Получается вот такая вот соломка. Другие 2 киви я разрезаю пополам. И вот так вот, достаточно тоненько, нарезаем полукольцами. Значит, еще мне понадобятся яблоки. Либо 1,5 крупных, вот у меня крупный, я возьму 1,5 яблочка, либо 2 мелких. Снимаем кожуру, разрезаем пополам, еще раз пополам, чтобы убрать серединки. Значит, яблоко нарезаем вот так вот вдоль, вот такими небольшими кусочками. Вот так вот. А теперь все яблочко перерезаем вот так вот поперек, вот такой соломкой нарезаем. И я взяла говядину. По рецепту шла говядина, поэтому я делаю из говядины. Я просто говядину отварила в подсоленной воде. Она остыла, я тоже нарезаю соломкой. Нарезаю вот так вот миленько. Мясо отправляем в емкость, чтобы заправить. Значит, я его варила в подсоленной воде, поэтому по соли убедитесь, что вам нравится. Добавляем 2 зубчика чеснока. По желанию можно 1, кто не любит. Так, добавляем сюда перчика по вкусу. Так. И немного майонеза. Майонеза чуть-чуть, чтобы просто перемешать. Теперь собираем салат. На дно я ставлю форму диаметром 21 сантиметр. Вот так вот по дну чуть-чуть майонеза. И сюда вниз отправляем мясо. Так, распределяем вот так вот вилочкой. Формочку больше, чем 22 сантиметра не берите. Не хватит у вас продуктов. Я, знаете, как делаю? Я беру разъемную форму диаметром 20 сантиметров и раскрываю ее, и вот так вот ставлю. Как раз получается 21. Так, смотрите, майонезом вот этот слой можно не промазывать. И сюда сверху высыпаем яблочки порезанные. Сюда немножко майонеза. Значит, я делаю так, я делаю не совсем сеточку. Я вот так вот отправляю майонез, а потом промазываю. Ну, мне так нравится больше. Но вы можете сделать мелкую сетку. Яблоко в салатах, это очень вкусно, попробуйте. Возьмите такое хрумкое яблочко, получается изумительно. На терочке натираем 2 отваренные морковки. Тоже варите в подсоленной воде, чтобы вам было вкусно и потом не подсаливать слой сверху. Итак, распределяем слой морковки. Картошки в этом салате нет. Вообще, вот, очень классно, потому что всегда обычно идет картофель, а здесь, как крахмальный продукт, это вот именно морковка. Морковку возьмите сладкую, чтобы было вкусненько. Так, теперь, вот здесь вот тонкий слой майонеза, и я делаю вот так вот обычно, если хочу, чтобы было тонким слоем, вот так, тоненько, чтобы морковочка прям виднелось хорошо с под слоем майонеза. Теперь нарезанный киви соломкой отправляем сюда поверх морковочки. Так. И распределяем. Яйцо разрезаем пополам, убираем желтки. Сейчас натрем белок, а потом желток. На крупной терке натираем белок. Вот так вот распределяем, и майонезом я не смазываю. На мелкой терке натираем на одну половину салата желтки. Распределяем желточек вот так вот на одну половину салата. Вторую половину салата закрываем вот так вот киви внахлёст, один на один, половинками, которые мы порезали. Поэтому половинки нужно резать тоненько. Тогда смотрится красиво. Теперь затягиваем пищевой пленкой и убираем в холодильник пропитаться. На утро. Ну или перед подачей на стол, я утром. Так, теперь проворачиваем формочку вот так вот. И поднимаем, кручу и поднимаю вверх.
Вот такой салатик получился. Я его пробовала в видео «Новогоднее меню» в этом году. Посмотрите. Всем рекомендую приготовить. Очень вкусный получается. Киви и яблоки придают этому салату особый вкус. Рекомендую вам попробовать. Пробовала я этот салат в видео «Новогоднее меню». Обязательно посмотрите. Спасибо, что сегодня были со мной. Обязательно ставьте лайки, делитесь этим видео. Пусть вам будет вкусно. Пока! Всем привет! В этом году мы решили добавить немного больше новогоднего настроения дома и купили вот такие маленькие новогодние домики. Получился целый мини-городок из людей, елок, подарков, снега, в общем, очень красиво. Это очень хороший подарок себе или близким. Кому интересно, я оставлю ссылочку в описании под видео. Для всех моих подписчиков скидка 10% по промокоду Ольга Матвей. Всем хороших праздников и веселого настроения. Пока!